Беру зелень, сверху посыпаем. Мясо без маринада, просто соль и перец. Объедение, друзья. Я думал, ты у бабушки будешь. Всем привет из солнечной Калифорнии, мир вашему дому. Спасибо, что смотрите мои ролики, спасибо, что подписываетесь. Рад всем гостям, кто просто смотрит, заходит на канал. Сегодня я решил сделать очень такой простой рецепт. Это будет, конечно же, шашлык. Я купил вот такие вот кусочки баранины. Делать шашлыка буду очень мало. На мой взгляд, шашлык из баранины самый вкусный. Также понадобится укроп, кинза, петрушка, лук, помидоры. Такие томаты очень классные. Смотрите, они все буквально вот как будто нарисованы. Баклажаны и болгарский перец. Для маринада нам понадобится просто соль и черный перец. Я как-то делал такой шашлык очень давно и сегодня повторю. Нарезаем мясо на вот такие вот пропорциональные кусочки. Режу петрушку, кинзу, укроп. Это у нас будет заправка для шашлыка. Очень вкусная, очень классная. Нарезаем. Ну так, не сильно мелко и не крупно. Отправляю все в эту посудину. Лук нарезаем мелко. Такие мелкие полукольца. Возьму немного уксуса, одну столовую ложку, вернее чайную ложку, извините. Вкуснятина. Возьму один болгарский перец и нарежу очень мелко. Соломками. Также отправляю все сюда, в эту посудину. Закрываем и размешиваем. Такая вот у нас заправка получилась к шашлычку. Вот такие вот у меня шампура. Они очень классные для кебаб. Но я их иногда люблю пользовать для шашлыка. Они очень удобные. Так. Дети наши отдыхают. Так, мне хватит. Подливаем мясо на шампура. Как раз мне будет две палки шашлыка. Жена сейчас приедет. Тоже покушает. Дети наши у бабушек. Ну вот, шампура наши готовые. Угли готовые. Берем соль, черный перец по вкусу. Перемешиваем хорошо. Ну и посыпаем сверху соль, черный перец. Так, овощи наши готовы. Перемещу их в этот целлофановый мешок. Так, запечатываем наш мешок. И забываем про наши овощи на минут 5-10. Так, теперь мне надо взять, снять шкуру из баклажана.
перец болгарский. Смотрите, как легко чистится. Просто красота. Дорки. Нарезаем, кстати, как попало. Это просто будет у нас такой летний салат. Добавляю немного оливкового масла. Чуть соли. И немного черного перца молотого. Перемешиваем. И салатик наш готов. Не судите строго, что я так все резал. Очень беспорядочно. Например, друзей пригласил, по-мужски нарезал все. И все, классно. Шашлык, друзья, наш готов. Посмотрите, что у нас вышло. Мясо, кстати, получилось такое сочное, совсем не сухое, видите? Беру зелень, сверху посыпаем. Вот мне интересно попробовать мясо без маринада, просто соль и перец. Хочешь попробовать? Mm-hmm. На, кусочек. Кушай. Я думал, ты у бабушки будешь. Без маринада, мне кажется, получилось очень даже интересно. Тяжело сказать, какой шашлык вкуснее. Если в парк куда-то едешь отдыхать, когда не можешь делать маринад, вот это мясо самое неплохо, кстати. Попробуем наш салат летний. Объедение, друзья. Обязательно попробуйте сделать шашлык из этого рецепта. Мне кажется, получилось очень даже достойно. Такой легкий шашлык. Иногда, как наделаешь этот маринад, то накидаешь, это накидаешь, и шашлык получается такой вкусный, но лишнего много. А тут получается все, что тебе надо. Главное, соль, перец черный. Сделайте вот такой вот салат. Можете сделать вот такой летний салат, его делать проще простого. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. И до скорой встречи в следующих роликах. Пока! Пока-пока! До свидания! Пока-пока!